Сегодня мы показываем песенно-поэтическую композицию по творчеству Владимира Высоцкого. В композиции использованы песни Владимира Высоцкого, стихи Юрия Левитанского, Бориса Пастернака, Игоря Кохановского, Леонида Мартынова и Юлии Друниной. Исполнители Михаил Сипер и Евгений Чулков. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случилось на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи. Тысячу чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Не продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону встал, как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не понутру. Да голос мой любому обостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше острия. Слух безотказен, слышит фальшь, да йоды. Ему плевать, что не в ударе я. Но пусть я верно выпиваю ноты. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. На шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он. Я должен петь до одури, до смерти. Не шевелись, не двигайся, не смей. Я видел жало, ты змея, я знаю. И я, как будто заклинатель змей. Я не пою, я кобру заклинаю. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Прожорлив он и с жадностью птенца, он изо рта выхватывает звуки, он в лоб мне влепит 9 грамм свинца, рук не поднять, гитара вяжет руки. Опять не будет этому конца. Что есть мой микрофон, кто мне ответит? Теперь он как лампада улица, но я не свят, и микрофон не светит. Мелодии мои попроще там, но лишь сбиваюсь с искреннего тона, мне сразу больно хлещет по щекам невидимая тень от микрофона. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара.
Фамилия? Высоцкий. Имя? Владимир. Отчество? Семенович. Год рождения? 25 января 1938 года. Образование? Окончил школу студию МХАТ. Место работы? Московский театр драмы и комедии на Таганке. Чем занимается, кроме работы в театре? Снимается в кино, снялся более чем в 20 картинах, пишет песни. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался не в муках, не в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый раз срок получил я. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, свидетели, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные, прилип этапы длинные. Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья, маячна компания. Ходу, думушки резвые, ходу. Слово, строченьки, милое слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень, скромно так, система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела дело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин, и било солнце в 3 луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и кису Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, киська, мы одна семья, мы тоже пострадавшие. Мы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, мои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего же мы дрожим. Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим, да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, а у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взяла отца на станции погоны, словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Огляделись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал у метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ. Но коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество попажено, не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых долговещу вели до кровянки.
А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже папули. В ремеслухе живи да тужи. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников сделать ножи. Одни воткнутся в легкие, а от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные, наборные, вели дела отменные, сопливые острожники, на стройках немцы хэкленные на хлеб меняли ножики. Сперва играли фантики в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из-под воротин ворами. Было дело, и были подвалы, было время, и цены снижали. И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось сподручнее вниз. Детство Владимира Высоцкого прошло в военные и послевоенные годы, и поэтому неудивительно, что в творчестве Высоцкого большую роль играет тема войны. Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли. Нет, нет, как не вычерпать море? Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, сияют. Обнаженные нервы земли неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в коллеги. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она стоны глуша, изо всех своих ран и задушин. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Я только раз увидел рукопашный, раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод сорвался в облака и уходил по перевалу. Оставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Оставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
Ты снова здесь, ты собран весь. Ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь. Среди стрелков из Эдельвейс их надо сбросить с перевала. Оставить разговоры вперед и вверх, а там. Ведь это наши горы, они помогут нам. Они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре. Мы ждем атаки до тоски. А вот олимпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Оставить разговоры вперед и вверх, а там. Ведь это наши горы, они помогут нам. Они помогут нам. На войне, как на войне. Поэтому в песнях Высоцкого нет криков «Ура!», а есть пот, кровь, страдания, постоянная готовность к самопожертвованию ради каждого метра родной земли, ради победы. Проникновение Высоцкого в атмосферу военного времени порой настолько глубоко, что к нему приходят письма от фронтовиков, которые спрашивают, не тот ли это Володя Высоцкий, с которым вместе они воевали. Я помню рай, военкомат, в десант не годен, так-то, брат, таким, как ты, там не впротык. И дальше смех, мол, из тебя какой солдат, тебе хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. Мол, из тебя какой солдат, тебе хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне, а мне и больше, мне вдвойне, прилипла к телу гимнастерка на спине. Я отставал в своем строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Я отставал в своем строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Шумит окопная братва, студент, а сколько дважды два? Эй, холостой, а правда граф он был Толстой? А кто егонная жена? Но тут встревал мой старшина. Иди поспи, ты не святой, а утром бой. И только раз, когда я встал во весь свой рост, он мне сказал, ложись, и дальше пару слов без падежей. Зачем две дырки в голове? И вдруг спросил, а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Зачем две дырки в голове? И вдруг спросил, а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Над нами шквал, он застонал, и в нем осколок остывал, и на вопрос его ответить я не смог. Он в землю лег за пять шагов, за пять ночей и за пять снов, лицом на запад и ногами на восток. Он в землю лег за пять шагов, за пять ночей и за пять снов, лицом на запад и ногами на восток. Мне дьявольски хотелось жить. Пусть даже врозь, пусть не дружить. Ну хорошо. Пусть мне идти. Пусть он останется в живых. Всю войну под завязку я все к дому тянулся. И хотя горячился, воевал делово. Но он суетился, как-то раз не пригнулся. И в войне зад вперед обернуться за два года всего ничего. Не слыхать его пульса 43-й весны. Ну, а я окунулся в довоенные сны. И дышу я дурея, и гляжу тяжело. Он был лучше, добрее, 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 добрее. Ну, а мне повезло. Я за пазухой не жил,
не пил с Господом чая. Я ни в тыл не стремился, ни к судьбе под подол. Но мне женщины молча намекают, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, 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 ну а ваш не сумел. Он кричал напоследок, в самолете сгорая: ты живи, ты дотянешь. Доносилось сквозь гул: мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, райский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел. Так что я вот вернулся, 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 ну а он не сумел. Я всю жизнь и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть у того, у кого она есть. Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой, как бетон полосы. И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда. Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда. Человек, которого ударили, человек, которого дубасили, купоросили и скипидарили, человек, которого отбросили, человек, которому приставили с четырех сторон по неприятелю, но в конце концов не обезглавили. Вот кто чувствует ко мне симпатию. И к нему ее я тоже чувствую, потому что я над ним не властвую, не то чтобы ему сочувствую, но в его страданиях участвую. И меня пытались так когда-то ведь обрубать, обламывать, обтесывать, деликатно говоря, причесывать. Говоря точнее, обрабатывать. Чтоб признал их страшные законы, убеждали и добром, и злом они. Но орудия, употребленные для всего для этого, изломаны. Хоть и длились целые столетия эти бесконечные занятия. И теперь в любой стране на свете ясно чувствую к тебе симпатию. Человек, которого мытарили, всячески трепали, зуботычили, купоросили и скипидарили, но в конце концов не обезличили. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог.
нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть, дурацким звуком пли, и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив зараза, тащите в медсанбат, расстреливать два раза, уставы не велят, а главный врач все цокал языком и, удивляясь, пули удалял, а я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Входил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал, мне не пришлось согнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат, а что не дострелили, так я, брат, даже рад. Я тоже рад бы, да присев у пня, я выл белугой и судьбину клял, немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял. Владимир Высоцкий постоянно ставит своих героев в критические положения, моменты, когда решаются вопросы жизни и смерти, когда полнее раскрывается человек и открываются самые неожиданные стороны его характера. Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом, с людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай». Там прямо без солидят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают в саможай. Потом зачет, потом домой, с семью годами за спиной. Висят года на мне, не сбросить, не продать. Но на начальника попал, который ловко вербовал, и за Урал машиной стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь, полночь. А что ему кругом под Новый год, назад 500, 500 вперед, сигналим зря, урга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит, мол, видишь сам, здесь больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500 их к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает круг. А что ему кругом 500 и кто там после, кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладоней у меня, а тут глядит в глаза и холодно спине. А что ему кругом 500 и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. Вот он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будь-то вновь кругом 500, еще я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. Вы
Два гнеда их море вовеки не сыщите брода. Мы не ждали его, ни за легкой добычей пошли. Провожая закат, мы живем ожиданием восхода. И влюбленные в море живем ожиданием земли. Помним детские сны о походах великой армады. Абордажи, бои, паруса и под ложечкой ком. Все сбылось, становись, становись, раздается команда. Это требует море, скорей становись моряком. Все сбылось, становись, становись, раздается команда. Это требует море, скорей становись моряком. Наверху берегись, злее ветры, багровее зори. Только сверху видней, впереди же исход и земля. Вы матросские робы, кровавые ваши мозоли. Не забудьте, ребята, однажды надев кителя. По сигналу пошел, оживают промерзшие реи. Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком. Становись, становись, становись человеком скорее. Это значит на море скорее становись моряком. Становись, становись, становись человеком скорее. Это значит на море скорее становись моряком. Поднимаемся к небу по вантам, как будто по вехам. Там и ветер живее, он кричит, а не шепчет тайком. Становись, 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 становись человеком. Это значит на море скорее становись моряком. Чтоб отсутствием долгим вас близкие не попрекали. Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками. Становясь капитаном, храните матроса в себе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками. Становясь капитаном, храните матроса в себе. Так оставьте же ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь, да камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные скалы, а ну не зевай, ты здесь на везенье не уповай, в горах надежно ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Thank you.
исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, чтоб взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один со мной. И имена тех, кто здесь лег, снега стоят среди непройденных дорог. Одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. А я смотрю в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, что здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда. А я смотрю в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту снегов и слов. О лирике Высоцкого почти не говорят. Но это немаловажный штрих в творческом портрете барда. Грубоватые по внешней форме его песни глубоко лиричны по своему содержанию, по своей сущности. Высоцкий говорит о любви, не сюсюкая, по-мужски. Здесь ветки еле дрожат на весу. Здесь вихты щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадает сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами от на тысячу лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в свет.
светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно? Тогда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил размазаю. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если дерево с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если дерево с дворцом кто-то занял. Все эти строки, которые я написал, и все остальные, которые я напишу, я знаю, и все они вместе, и эти, и те, не стоят слезинки одной у тебя на щеке. Но что же мне делать с проклятым моим ремеслом, с моей бедой, с постыдной моей маятой? И снова уходит земля у меня из-под ног, и снова расходятся слово и дело мое. О, слово и дело, извечный разлад и разлом, но этот излом не по-детски сведенных бровей. Так что же мне делать с проклятым моим ремеслом? И что же мне делать с горчайшей слезинкой твоей? Долго же шел ты по свету, листок. Вышли последние сроки. Не потому ли он дальний восток, что далеко на востоке? Ждешь с нетерпением ответ ты, весточку в несколько слов. Мы здесь встречаем рассветы раньше на 8 часов. Здесь по утрам пароходы снуют средь океанской шумихи. Не потому ли его тихим зовут, что он действительно тихий? Ждешь с нетерпением ответ ты, весточку в несколько строк. Мы здесь встречаем рассветы раньше на 8 часов. Ты не пугайся рассказов о том, будто здесь самый край света. Сзади еще Сахалин, а потом круглая наша планета. Ждешь с нетерпением ответ ты, весточку в несколько строк. Мы здесь встречаем рассветы раньше на 8 часов. Зря говорят, будто гибельный край не в моготу переписка. Знаешь что, милая, ты приезжай, дальний восток, это близко. Ждешь с нетерпением ответ ты, весточку в несколько строк. Мы здесь встречаем рассветы раньше на 8 часов.
когда вода всемирного потока явилась вновь границы берегов, и с пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхая полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. И много будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, и с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой, и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что, если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано ходить в цветах, их голосам дано сливаться в такт и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться с улыбкой на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. Песни Высоцкого взрослели вместе со временем. Его герой обретал более глубокий и сложный взгляд на жизнь. Жажда самоутверждения сменилась философским размышлением. Пришел необходимый художнику внутренний опыт, желание осмыслить всю сложность жизни и найти свое место в ней. Уже меньше эффектной лихости, внешней бравады и грусть, высокая поэтическая грусть, нередкий гость в его песнях. Холода, холода, от
осиженных мест. Нас иные зовут города, будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода, неспроста, неспроста, от родных до болей. Нас все новые тянут места, будто там веселее. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Может, здесь, может, там. Игорь Кохановский. Владимиру Высоцкому. Твой город и ты, как вечный союз полюсов. Не надо траурных слов, еще не вечер. Не время зашторить окно, чтобы отгородиться шторою от города, от которого отречься тебе не дано. Да, город несправедлив сегодня к тебе, крыть нечем. Но боль отшумит, как прилив, еще не вечер. Ты вспомни, порою боксер ведет поединок в защите. Он трусит, таков приговор, который выносит зритель. Хоть в тонкостях мастерства не очень силен, как правило. Но разве боксера не ранило такое клеймо большинства? Но он выигрывал бой с противником и молвой ошибкой. Она стара, как мир, но признанием не лечат. Лекарство и медсестра еще не вечер. Не время отставить дела, словно в отставке погоны. Путь к истине крут, как скала, изменчив, словно погода. А с городом ваш союз незримые держат волны. Как минус и плюс, вы разойтись невольны. И грань, что меж вами легла, как тень на плетне, не вечно. Пусть нынче дела, как зола, еще не вечер. Словно бритвой рассвет полоснул по глазам. Отворились курки, как волшебный сезам. Появились стрелки, напоминили хти, и взлетели стрекозы с протухшей реки, и потеха пошла в две руки, в две руки. Вылегли на живот и убрали клыки. Даже тот, кто нырял под флажки, чуял волчьи ямы подушками лап. Тот, кого даже пуля догнать не могла б, тоже в страхе взобрел и прилег. Я слаб, чтобы жизнь улыбалась волкам, не слыхал. Зря мы любим ее однолюбы. Вот у смерти широкий красивый оскал и здоровые крепкие зубы. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу. Сам еще не намылены холки, но на татуированном кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. Мы ползли по собачьи хвосты подобрав к небесам, удивленные морды задрав. Или с неба возмездие на нас пролилось, или света конец, и в мозгах перекос, то ли кобили нас в рост из железных стрекоз. Кровью бы могли мы под свинцовым дождем и смирились, решив, все равно не уйдем. Животами горячими плавили снег. Эту бойню задеял не бог, человек, улетающих в лед.
улитах бегающих в пекле. Свора псов, ты со стаи моей не вяжись, равной драке за нами удача. Волки мы, хороша наша волчья жизнь, вы собаки, и смерть вам собачья. Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу, чтобы в корне пресечь кривотолки, но на татуированном кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. К лесу, там хоть немногих из вас берегу, к лесу волки труднее убить на бегу. Уносите же ноги, спасайте щенков, я мечусь под огнем полупьяных стрелков и скликаю заблудшие души волков. Те, кто жив, затаились на том берегу, что могу я один, ничего не могу. Отказали глаза, притупилось чутье. Где же волки, былое лесное зверье? Где же ты, желтоглазое племя мое? Я живу, но теперь окружают меня звери, волчьих не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня, мы их раньше считали добычей. Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу, обнажаю гнилые осколки, но на татуированном кровью снегу тает роспись, мы больше не волки. Тает роспись, мы больше не волки. Хоронила Москва Шукшина. Хоронила художника. То есть хоронила страна, мужика и активную совесть. Он лежал под цветами на треть, совершенно лишенный гордыни. Он свою удивленную смерть предсказал всенародно, в картине. В каждом городе он лежал на отвесных российских простынках. Называлось не кинозал, просто каждый пришел и простился. Он сегодняшним дням, как двойник. Когда зябко курил он чинарик, так же зябло, подняв воротник, вся страна в поездах и на нарах. Он хозяйственно понимал край, как дом, где березы и хвойники. Занавесить бы черным Байкал, словно зеркало в доме покойника. Еще ни холодов, ни льдин, земля тепла, красна калина, а в землю лег еще один на Новодевичьем мужчина. Должно быть, он примет не знал, народец, фразный суесловец, смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши, спусти колки, ослабь зажимы, пересними, перебежи, переиграй, останься живым. Но в слезы мужиков гоняя, он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает и дергает по одному. Такой наш брат ушел во тьму, не буйствует и не скучает, а был бы разен в этот год. Натура где? Онега, Нарыч, все печки-лавочки, Макарыч, такой твой парень и живет. Вот после временной заминки рок процедил через губу снять со скуластого табу за то, что он видал в гробу все панихиды и поминки. С того, с большой душою в теле и с тяжким грузом на горбу, чтоб не испытывал судьбу,
взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и берез. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительней, чем на экране. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Ни к кому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Штормит весь вечер, а пока заплаты пенные латают. Разорванные швы песка я наблюдаю свысока, как волны головы ломают. Я им сочувствую слегка, погибшим, но издалека. Ах, гривы белые судьбы, пред смертью словно хорошее. По зову боевой трубы взлетают волны на дыбы, ломают выгнутые шеи. Мы им сочувствуем слегка, погибшим, но издалека. Я слышу хрип и смертный стон, и ярость, что не уцелели. Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели. Мне посочувствуют слегка, погибшему издалека. А ветер снова в гребни бьет, и гривы пенные ерошит. Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет, и рухнет взмыленная лошадь. Ей посочувствуют слегка, погибший, но издалека. Придет и мой черед во след. Мне дуют в спину, гонят к краю. В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и тоже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка, погибшему издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Им посочувствуют слегка, погибшим, но издалека. Невозможно представить себе Владимира Высоцкого без сатирических и юмористических песен. Наблюдательность, острый глаз художника, ирония позволяют ему создать такие песни, слушая которые, мы не можем не смеяться вместе с ним. Песня называется «Письмо». В редакцию телевизионной передачи «Очевидное невероятное» из «Сумасшедшего дома» на Каначковой даче. Дорогая передача, по субботу чуть не плача, вся каначкова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все носки разбил на части,
все извилины заплел. И канатчиковы власти колют нам второй угол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд, то тарелками пугают, дескать, под ноги летают, то у вас собаки лают, то у вас руины, говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки пьем весь год, мы на них вчера собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов круты, мы в унитаз, кто не дурак, вот это жизнь, и вдруг пермуды, вот не раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, не испортят нам обедни, злые происки врагов. Это их худые черти бермудят воду по пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС. Тут примчались санитары, зафиксировали нас. Те, кто был излишне боек, привинтили к спинкам коек, бился в пене параноик, как ведьмак на шабашетте. Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы, нам бермудерно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Ох, как сильно беспокоят треугольные дела. Все вокруг с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячит, за спиной штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Он дантист, надомник Рудик, у него приемник Хрундик. Он его ночами крутит, ловит контр-ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком, а к нам попал в волнении жутком, с растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне, сообщением нас потряс. Будь-то наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо истратив, весь распался на куски, на двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной клизме к нам в больницу привезли, и один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник не закрытый пуп земли. Говорит, что там было, ты спасся, каждый лес не приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит. Будь он параллелепипед, будь он круг ядреновож. Пусть безумная идея, не решайте сгоряча. Отвечайте нам скорее, через дому главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото. И все. На дистанции четверка первачей. Каждый думает, что он побойчей. Каждый думает, что меньше всех устал. Каждый хочет на высокий пьедестал. Кто-то кровью холодней, кто горячей. Но наслушавшись напутственных речей, каждый съел примерно поровну харчей. И судья не зафиксирует ничьей. А борьба на всем пути, в общем, равная почти. Расскажите, как идут, бог ради, а? Телевидение тут вместе с радио. Нет особых новостей, все равнёхонько. Но зато накал страстей, о-хо-хо, каков. Номер первый рвет подметки, как герой. Как под гору катит, хоть и под горой. Он в победном ореоле и в пылу твердой поступью приблизится к котлу. Почему высоких мыслей не имел? Да потому что в детстве мало каши ел. Голодал он и в учебе не дерзал. Успевал переодеться и спортзал. Что ж, идеи нам близки,
первым лучшие куски, а вторым, чего уж тут, он все выверил. В утешении дадут кости с ливером. Номер два, далек от плотских тех утех, он из сытых, он из этих, он из тех. Он надеется на славу, на успех, и уж ноги задирает выше всех. Он наклон на вираже бетону щек, краше некуда уже, а он еще. Он стратег, он даже тактик, словом спец. Сила, воля плюс характер, молодец. Этот будет выступать, он на слониках, и детишек поучать в кинохрониках, и соперничать с Пеле в закаленности, и являть пример цели устремленности. Номер третий умудрен и убелен, он всегда второй надежный эшелон. Вероятно, кто-то в первом заболел, но, может, его тренер пожалел. И назойливо в ушах звенит струна. У тебя последний шанс, эх, старина. Он в азарте, как мальчишка, как шпана. Нужен спорт, иначе крышка и хана. Переходит сразу он в задний старенький вагон, где пыльные времена прединфарктные, где местам одна цена сплошь плацкартная. А четвертый, тот, что крайний, боковой, так бежит ни для кого, ни для чего. То приблизится, мол, пятки оттопчу, а то встанет, постоит, мол, так хочу. Не видать второму лавровый венок, не увидит первый лакомый кусок, ну а третьему ползти на запасные пути. Сколько все-таки систем в беге нынешнем, он вдруг взял да сбавил темп перед финишем. Майку сбросил, вот тяна, не противно ли? Поведение бегуна неспортивное. На дистанции четверка первачей, слыхи добрых бескорыстных ирвачей, отрываются лопатки от плечей, и летит уже четверка первачей. Владимир Высоцкий часто бывает за границей. Из этих поездок он привозит, постоянно привозит новые зарисовки для песен. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как в бане пассатижи, все эмигранты тут второго поколения, от них сполошенные недоразумения. Они все путают, и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня. Ну, в общем, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как в русской бане, лыжи. Я сам завел с француженкой шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Ну, в общем, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как в бане пассатижи. Я вчера закончил ковку и два плана залудил. И в загранкомандировку от завода уходил. Копоть, сажу, смыл под душем, съел холодного изя. Инструкцию прослушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бытового, так чтоб я не отчебучил ничего.
Он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкой дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он кричал, живя в комфорте: экономь, да не дури. Ты гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, но может и не рожна. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Нет, буржуазная зараза там всюду ходит по пятам. Опасайся пуще глаза посторонних связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Так говори, что с этим делом мы покончили давно. Могут действовать они и прямиком, шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложит тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь, маху дам. Как проверить, лезь под платье, так схлопочь по мазхам. Но инструктор парень дока, деловой, попробуй срежь. И опять пошла морока про румынский Будапешт. Значит так, популярно объясняю для невеж. Я к этим, я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, они вникнут разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я ж не агитатор, я ж потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без заграницы обойдусь. Я ж не ихнего замесу, я ж сбегу. Да я ж на ихнем ни пельмесом, ни гугу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок: знаешь, Коля, не суди. Что ты, Коля, больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время дусь, да дусь. Обещал, забыл ты нечто, о, хорош. Что клеенку с Бангладешку привезешь, сбереги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, и поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки, с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы. Ох уж женские замашки, провожала стала петь, отутюжила рубашки. Любо дорого смотреть, до свидания, цех кузнечный, аж до гвоздика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт по орту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. Трапу я, а сзади в спину будто лай. На кого ж ты нас покинул, Николай? В последнее время широко распространились кривотолки о том, что Владимир Высоцкий якобы покинул Советский Союз и переехал во Францию. В ответ на эти нелепые слухи им была написана следующая песня. Нет меня, я покинул Россию. Наши девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих Елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвае на Пресне. Нет его, умотал, наконец,
Вот и пусть свои чуждые песни пишет там про Версальский дворец. Кто поверил тому по подарку, мол, хороший конец, как в кино. Разбирай триумфальную арку, налетай на заводы Рено. Но и тот, с кем сидел в Магадане, мой дружок, еще по гражданской войне, говорит, мол, пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, мотай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно, унижался, юлил, умолял, ерунда, не вернусь, вероятно, потому что и не уезжал. Слышу сзади обмен новостями, да не тот, тот уехал, спроси. Ах, не тот, и толкают локтями, и сидят на коленях в такси. Я смеюсь, умирая от смеха, чтоб поверили этому бреду. Но не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. Но не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. Владимир Высоцкий много ездит по стране с концертными программами. Он всегда желанный гость в студенческих клубах, заводских дворцах культуры, на рабочих площадках, на театральных встречах. Он всегда в гуще культурной жизни столицы. И не случайно среди его друзей наши любимые поэты Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Игорь Кохановский, Булат Акуджава. Андрей Вознесенский. Реквием оптимистический. За упокой Высоцкого Владимира, коленопреклоненная Москва, разгладивши битловки, заводила его потусторонние слова. Владимир умер в 2 часа, и бездыханно стояли полные глаза, как 2 стакана. А над губой росли усы пустой утехой, резинкой врезались трусы, разит аптекой. Спи, шансоне всея Руси, отпетый, ушел твой ангел в небеси обедать. Володька, если горлом кровь, Володька, когда от умных докторов воротит, а баба, русый журавель, в отлете, кричит за 3-9 земель, Володя! Шел закатную Москвой, как богомаз мастеровой, чуть выпив, шел популярнее, чем Пеле, носил гитару на плече, как пару нимбов, один для матери большой, золотенький, другой для мальчика меньшой, Володька. За этот голос с хрипотцой дрожь сводит, отравленная хлеб, соль, мелодии. Купил в валютке шарф цветной, да не походишь. Отныне вечный выходной, свободен. О златоустом блатаре, рыдая Россия, какое лето на дворе, таков мессия. Но в Склифосовке филиал Евангелия и воскрешающий сказал: закрыть, едальники! Твоей песенкой, ревя под маской, врачи произвели реанимацию. Вернули серые твои, как в новоселье. Сказали: топай, чти ГАИ, пой веселее. Вернулась снова жизнь в тебя, и ты оттуда бег, нам говоришь: вы все туда, а я оттуда. Гремите, оркестры, козыри крести, Высоцкий воскресе, воистину воскресе. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое болею или пью. Я не люблю себя, когда я трушу, обидно мне, когда без смысла бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу, особенно, когда в нее плюют. Я не люблю себя, когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, и мне не жаль распятого Христа. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор,
Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела в упор. Я не люблю открытого цинизма. Восторженность не верю и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через...